15 сентября. Нарядные дети, громкий смех, оживленные лица родителей и учителей. Фотографии, которые будут с умилением рассматривать всю жизнь. Так бывает каждый год. А в этом году в Азербайджане за парты сядут более 150 тысяч учащихся. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Чтобы читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. День знаний традиционно начинается с торжественной линейки, на которой собирается вся школа – учителя, школьники, родители. Торжественная линейка в объединенном образовательном комплексе школе 132-134 города Баку стартовала ровно в 9 утра. С вступительной речью выступил заместитель главы администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новрус Мамедов, пожелав всем успехов в учебе, в работе и крепкого здоровья. А поздравить учащихся с первым учебным днем вышла директор школы Сара Ханларова. Первоклассники – самые нарядные и самые счастливые. Ведь этот день для них наполнен особым смыслом. Сегодня они поднимаются на новую ступеньку в жизни. Теперь они стали школьниками. Со всех сторон звучат только наилучшие пожелания. Сегодня в стране праздник, День знаний. К нему готовятся все от мала до велика. Ведь теперь первоклашек ожидает следующий этап нелегкого, но интересного пути в страну знаний. Глава нашего государства всячески оказывает поддержку образовательным учреждениям. И мы наглядно видим, как система образования меняется и улучшается из года в год. Желаем всем в новом учебном году больших успехов в учебе, в работе, крепкого здоровья, осуществления новых замыслов и идей. Хочу поздравить всех наших деток с новым учебным годом, пожелать им удачи в этом году, в том числе и моего ребенка, который сегодня пойдет в первый класс и первый раз сядет за парту школьную. Я очень всех поздравляю, чтобы у всех был удачный год, все занимались хорошо, учителей не мучили. Ну, всего хорошего всем детям. Но если для первоклассников 15 сентября это начало увлекательного путешествия, то для выпускников это выход на финишную прямую. Во время торжественной линейки с чувством сожаления выступили старшеклассники, в то время как для первоклашек была представлена праздничная программа с танцами и песнями. Конечно, администрация школы не упустила возможности поздравить первоклашек, набравших самый высокий балл при поступлении в общеобразовательный комплекс. Итак, первый звонок прозвенел сегодня во всех школах страны. Отметим, что в целом в школу пойдут 1 370 000 школьников. Остается лишь пожелать, чтобы первые шаги по дороге знаний стали прочным основанием дальнейшей учебы и саморазвития. Камила Алиева, Висал Видадиоглу, Зиндар Мамедов, Азертач.